Мусорные свалки – одно из самых привлекательных мест для птиц. Они ищут там еду, но при этом становятся разносчиками различных инфекций. На современном полигоне в Чувашии нашли самое экологичное решение этой проблемы. Сокол, мамай – гроза всех птиц в округе. Вороны, галки, голуби на полигон благодаря ему и клювы не сунут. Держатся подальше и повыше. Должность мамая в штатном расписании – биорепеллент. Биорепелленты, они отличаются принципиально от охоты тем, что в нашей работе, в биорепеллентации, ловчая птица должна напугать своих потенциальных жертв. То есть галок, чаек, ворон. Сокол распугивает всех птиц одним только своим присутствием на территории полигона. К сожалению, летать ему разрешают только изредка. В прогулках мамая практически всегда сопровождает орнитолог. Такой метод самый экологичный, уверяют специалисты. Мы никого не стреляем, не травим, не отлавливаем. То есть мы просто отпугиваем, таким образом перераспределяем стоянных птиц в нужном для нас направлении. Птицу из дикой природы приручить так не удастся. Биорепеллентов выращивают в специальных питомниках и дрессируют. Один сокол может патрулировать площадь в 100 гектаров. Ловчих птиц давно и с успехом используют на аэродромах и других важных объектах. А вот на полигонах твердых бытовых отходов впервые птицы-биорепелленты появились в Чебоксарах и Новочебоксарске. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Игорь Зверев, Республика.